В республике планируют создать производство запчастей для пассажирских автобусов. В первую очередь все выпускаемые компоненты будут поставлять Башавтотрансу на машины, которые регион закупил для обновления парка автоперевозчика. Площадки инвесторы планируют развернуть на базе нескольких уже действующих предприятий региона. Вот как отметили инвесторы, в сегменте этой продукции в регионе есть конкурентоспособные предприятия. В планах наладить сотрудничество с четырьмя компаниями Башкортостана, расположенными в Нефтекамске, Белебее и Салавате. Планируется, что в республике локализуют производство по выпуску лобовых и салонных стекол, автокрепежей и обивки для пассажирских сидений. Поэтому у нас вопрос такой взаимовыгодного сотрудничества и возможности использовать то, что мы все-таки находимся в соседних условиях. Мы не говорим о каких-то там супербольших затратах модернизации. Это больше желание быть конкурентоспособным и двигаться вперед и работать с западными компаниями. Совместное автомобильное предприятие американской и российской компании представили руководству в республике новые линейки автобусов для перевозки школьников, а также для инвалидов. Транспорт оснащен автоматизированной системой транспортировки пассажиров. Также презентовали и современные кареты скорой помощи. Цены на новые автомобили варьируются от 1 миллиона 600 до 1 миллиона 900 тысяч рублей. Но это вот без учета интегрированного оборудования, медицинских аппаратов и техники в салоне. Производители обещают, что машины будут служить не менее 10 лет. Напомню, республика в течение года приобретет свыше 500 автобусов различной вместимости для Башавтотранса. На эти цели из бюджета региона было выделено свыше 2 миллиардов рублей.